Всем привет, с вами Орхидея Мира и краткий видеообзор наших ароматных красоток, которые приехали. Девочки, сорта шикарные, очень мне нравятся, очень ароматные, очень яркие. И самое интересное, что все растения с варигатными листиками. Пахнут не цитрусом, очень приятно и вкусно. Поэтому, кто хочет, эти яркие красотки уже на следующей неделе будут у вас. Почему на следующей неделе? Потому что сейчас растения некоторые мокрые. Поэтому нужно будет смотреть. Вот это растение, например, сухое, но есть очень многие экземпляры с прям мокрыми корнями, поэтому будем выбирать, кто сухой, конечно, отправим на этой неделе. Если растения мокрые, будем отправлять на следующей неделе. Вот, поэтому выбирайте. Растений немного, а цены, в принципе, приятные, потому что я просто ужаснулась, когда увидела цены на этой неделе в закупке. Все очень в Европе выросло. Не знаю, по каким причинам. 8 марта вроде прошло, но цены довольно-таки высокие остались. Поэтому выбирайте, я не уверена, что по такой цене будут в новых поставках. Да и зачем ждать, как говорится. Растения классные, шикарные. Сделаем фотки, кто покупает у нас первый раз и переживает по поводу качества. Поэтому пишите. И спасибо, что вы с нами.